что, дорогие друзья, наши гости, наши любимые, вот через буквально 3 недели у нас начинается ретрит. И я сердечно приглашаю вас посетить его. Мы видим сейчас, что конец апреля, он немножко у нас жесткий, такой еще холодный. Надеемся, что к 8, 9, 10 мая все изменится. Но, друзья, как зелень пробивается через почву, пытается сказать нам, что наступила весна, так и мы должны подниматься, говорить о том, что пришло изменение, пришли перемены. Для нас это очень важно. Зима прошла, пришло вот почти лето, да? Но несмотря на холодное время, все равно вот Божий принцип, он действует. Все равно, почувствуя и зная, что приходит весна, зелень или же все живое пробуждается. И если мы живы, и мы наполнены Богом Израиля, мы пробиваемся через заморозки, через холодное состояние, поднимаемся выше и знаем, что Бог наш, Бог есть Бог Израиля, Бог сильный, Бог всемогущий. И этот ретрит, он уже открывает для нас многие перспективы для того, чтобы прорваться, восстановить, сделать правильный путь. Открывайте, то есть проходите через ворота, равняйте пути, освобождайте от камней и поднимите знамя для народов. Вот это важная тема для ретрита, поэтому приглашаю вас на этот ретрит.